Да? Это новый дубль. Ладно, ну кто-то звонил на телефон, продолжаем. Я не знаю, это либо, да, если, давайте, если это начало видео, я супер быстро. Вот, все, сними быстренько, все. Раз, два, три, четыре. Сейчас тут еще открываем, смотрим. Сегодня комиксы, только комиксы. Ultimate Spider-Man, который чувак там утверждал, что он 9,8, устал это говорить. Я говорю это столько раз, что я уже... Как вот это открывать? Не, ну запаковал, ну давай так. Это там обычный работяга, то есть это обычный пользователь eBay. Ладно, ты у нас любишь Ultimate Spider-Man'ов, как бы. Ой, блин. Короче, ну хотелось бы мне сразу сказать, что он пиздун. Я уже вот по первому комиксу вот вижу, что он пиздун. Не видно? Не видно. Хорошо, ладно. Никакого блеска. Хотя ладно, может они не должны так блестеть, эти обложки. Ну, это настолько не 9,8, что это прям... Ладно, давай по порядку. Буду гореть по порядку. It was at this moment that he knew. He fucked up. Так скажем. 27-й выпуск. Ultimate Spider-Man Illegal. Я их недорого купил. Как бы тут, ну, просто, ну... Сейчас покажу потом, обложку оценю. Заметь, она даже как-то не блестит, она такая какая-то тусклая, да? Как будто она выгорела на солнце. Есть у тебя такого? Они все да были ярче. Да просто цвета такие. Ну ладно, хорошо, допустим такие цвета. Но вот покажи людям просто, почему, как может чел говорить, что 9,8? Посмотрите вот сюда вообще. Посмотрите вот сюда. Тут конкретно загнуто. Тут конкретно загнуто. Скажи еще раз, ты неправильно сказал. Да. Нет, вверх увидели. Ну низ просто тут вот видно, что он как бы... Он заломан. Я не знаю, ладно, это может быть связано с доставкой, да? Нет, но... этот Человек-паук мне нравится, такая рисовка. Кстати, если вот так смотреть, намного лучше обложка да, выглядит. Ну ладно, обложка, оценка, просто оценим обложку. Ребят, это не 9,8, это 9,4 может быть, а то и ниже. Углы у 9,8 никогда, один максимум может быть slightly blunted, для тех, кто шарит. Один угол slightly blunted, я изучаю книгу. Домашняя работа выполнена. 7? Угу. А мне надо ставить оценку обложки? Угу. Ну, 8 пусть будет. Поехали дальше. Классно светишь. Запалился? А, значит, это 25-й выпуск. Это был какой-то там, я уже 23-й. Забыл. 23-й. Охренеть, чел. Я просто в шоке. Вот это, ребят, наконец-то вы видите мою жопу горень. Это первый чел. Если иногда комиксы приходят, я такой, ну да, более-менее он похож под это описание. Это такой пиздец тут попался просто. Они, если они не уверены, они пишут, что комикс 9,6, то есть не 9,8. Этот там, если я утверждаю, что это 9,8, это 9,8. Короче, ладно, показываю обложку. 3. Ну, согласен, тут нарисовано как-то так. Это не похоже, да, на Бэгли? Как будто вот не он рисовал. Он, ну, он так не рисует. Они какие-то неяркие цвета такие, неяркие контуры. 3 балла. Ну, 6-7. Ну, просто давай я покажу, почему это точно не 9,8. Вот смотри сюда, подъедь. Посмотрите на вот эту вмятину огроменную. Просто вот он. Это не чехол, да? Это конкретно вот тут вот эта вмятина. Опять-таки загнутый тупой угол. Краска. То есть... Прямо у комикса уже нету краски, видите, уже видна белая бумага. Краска сдерта, это дент или как-то бент, я не помню уже на английском как называется. Короче, это даже... Ну ладно, ну я за недорого их купил, в принципе, ну окей. Давайте следующий. Хоть один будет хороший. Upset. 31-й выпуск называется Black Van. Знаешь, как Van переводится? Venom. Venna. Venom. Не Venom, а V-A-N. Van. Жан-Клод Ван... Ван... Ванс. Вен? Ванс. Это грузовик. Фургон. Да, да, знаю. Короче, черный фургон называется. Короче, этот комикс, окей, этот комикс выглядит на 9,6. У него, я вижу, просто левый верхний угол, левый верхний правый угол немножко изогнут, но при этом он квадратный. Ну, обложка, в принципе, такая прикольная просто. 7. Вот тут вот, если что, видите? Тут... Не, не видно так. 7. Она простая, поэтому 8. Ну, я прохожусь быстро, потому что еще будет 15 комиксов новых, на которых я хочу больше уделить время. А? Давай дальше.
Номер 30. Вот этот выглядит неплохо. Вот этот выглядит неплохо на 9,8, если только нету никаких нюансов по кузову комикса, так сказать. 30-й выпуск. Emergency. Прикольно, и потом лицо такое становится, типа, не очень. Если ты говоришь, если плохо оно отсвечивает, я буду как-то там... Нет, оно не отсвечивает. Надо, чтобы красиво было видно людям. Можешь как бы и снизу вверх, и потом... Да нет, все видно и так. Все нормально? Тогда ждем оценку от Анастасии. 7. Ты сегодня как никогда сурова. Ну, не знаю, это обложки 8-9 можно ставить. Я бы ей поставил 8-9. И последний. Я же просто картинку оцениваю, я правильно? Я понимаю, да. Последний. Sidetracked. Как переводится sidetracked? Ну, этот, ладно, может быть, этот 9.6, 9.4, так предварительно. Что-то тут было, знаешь, как будто с доставкой, как будто они погнулись. Очень много вот этих картонки, они прям погнутые сильно. Может, это на доставке что-то сделали? Ну, сделать? Может быть. Ну, те два, они прям там не из-за доставки. Окей, ладно, вот этот смотрим. Ну, мне нравится такой цвет неба, да, но на нем самого Человека-паука не видно, как будто. Он немножко сливается. Поэтому 6. А так она прикольная. Ну, 8, не знаю. Мне нравятся такие. Ну, это красивая она рисовка обложек, неплохая. Но мы еще увидим, что я думаю, что такое красивая, когда мы сейчас откроем вот эту здоровенную коробку. Кстати, коробку ли? Быстренькая супер предыстория. Это коробка чувака с никнеймом Dire Comics. Настя закрыла, кстати, глаза, когда меня снимает. Полю ее. Да-да, интересно, все операторы так работают? Они типа настолько не нравятся ведущей, что они просто закрывают глаза. Или она просто экономит силы, потому что надо сейчас оценки ставить опять. Если знаешь, Настя, говорится, оценки не от души ставятся, то они не надо их ставить. А то что? Не надо их просто ставить. Значит, это от Dire Comics, от чувака, с которым я изначально договорился, что он мне будет поставлять. Ну, он поставил вот эту коробку, и на этом все. Он закрывает сейчас свой бизнес. И теперь самое важное. Закрываем бизнес. Он закрывает бизнес, не будет делать бабки. Какие? Мое главное требование к данным комиксам, это новые, ребят, комиксы все, буквально вышедшие в июле, да. И хотелось бы, чтобы они, конечно, были, ну, вы сами понимаете, хорошими. Чтобы у них все было окей, чтобы они вообще должны быть идеальны, в принципе. То есть упаковано достойно, ничего не могу сказать. Все чувак четко сложил. Пакетик какой. Молодец. Тут еще приложил, чтобы не загнулись углы, если что. Да, нож так положил. Нож — это очень важный инструмент на самом деле. Ну, здоровый пэкэдж, да? Удалось мне все-таки белорусскую, не только белорусскую, службу заскэмить и провести 5 графических новелл, 5 комиксов, 5 бластеров, там 5 наклеек, 5 плакатов. Все-таки я смог. Вот. Дальше следующий челлендж. 20 комиксов в одной упаковке. Это уже от моих новых поставщиков. Так, значит, короче, по состоянию все окей. Я думаю, тут все, в принципе, будет окей. Если будет не окей, я тогда скажу. Пока 9,8. Это у нас фантастическая четверка. Настя уже спит, прям сейчас спит. Фантастическая четверка. Просто я, скажем так, беру сейчас, взял всех буквально серий, которые мне интересны. Ну, там по одному, чтобы понять, так сказать, вникнуть в историю, что там интересно, неинтересно читать. Человек-паук, понятно, всегда идет. Но это смотрим. Фантастическая четверка. Какой-то свежий выпуск. Это новый, да, комикс? Да, новый. Не старый. Не старый. Буквально июля, Настя. Июля, ну, июня тут мало будет. Это еще июль и начало августа. Как долго? 6. Почему? Рисовка такая, согласись, немножко такая, как какой-то... Непонятно. Красками такими. Непонятно, есть... что там кто делает. Ну что, а так есть Черная Пантера, рисовка есть Доктор Дум. Ярко, не надо мне всех перечислять. Я не буду ставить оценки. Она прикольная, она неплохая. Я не буду ставить оценки этим обложкам, я сразу скажу, потому Почему? Что ну, я не готов. Так хотя бы на внешний вид просто. Ну, не лучшее, скажем так. Не лучшее. Так а чего не ставишь оценки? Ну, может, поставлю. Ну, так ставь сразу. Так ставь сразу. Твое мнение.
Ну, она нарисована с деталями. Не, она яркая. Она яркая. Я люблю Доктора Дума. Начнем с этого. Тут есть человек-факел, он как он его держится и за шею, и стреляет типа из руки его огнем. Тут есть какая-то идея. Ну, это 8-9. Угу. Ну, много деталей. Ладно, Человек-паук. Мой любимый Человек-паук. 70-й номер. Прелюдия к Sinister War. Прелюдия к Sinister War. Вот так вот выглядит. Ну, тут я бы 9 поставила. Ну, просто это Бэгли, кстати. Это Бэгли. Это тот, который вот Ultimate. Да, посмотрите, 9. Как он трансформировался из 2002 в 2021. Все равно, ну, видно, что-то общее есть, как бы он его так рисует. Но даже если это дать должное. Тут молодой человек, тут более взрослый. Он тоже это понимает, и поэтому разные рисовки. Но эта обложка 10-9. Мне очень нравится эта обложка. Просто она ничего не особенного. Ну, ладно, окей, за то, что тут нет чего-то жесткого. Не, ну, прикольно нарисована. Да. Это прелюдия к линейке комиксов Sinister War. Она будет и отдельно, и в том числе идти как пересекаться с этим комиксом. То есть, допустим, 71-й это будет уже какая-нибудь там третья часть вот этого Sinister War. Sinister War, не знаю, будет там хоть один или нет. Посмотрим. Теперь буду, короче, просто брать сверху. Так а ты чего не ставишь? Я же сказал 9-10. Дальше у нас... Так чего ты двойную ставишь? Я же не ставлю 6-7. 9. Дальше у нас комикс Giant Size, то есть он огромного размера, он типа толстый. Могу просто показать, что он толстый, да, ты видишь, он толстый. Он толще, чем обычный комикс. Это Giant Size Amazing Spider-Man перед вот этим выпуском. То есть он, это, грубо говоря, 69-й, но не, есть вот 69-й выпуск, да, а потом идет вот этот. То есть, а это 70-й уже. Вот это заключительная четвертая часть этого комикса. Chameleon Conspiracy, короче. Ну, мне нравится эта обложка. Я поставил бы ей, наверное, 10 просто. Но это так, весьма, конечно, натянуто по состоянию все. Окей. Ставь после меня оценку, а не до меня. Хорошо. А кто это? Это сам Хамелеон. Ну, это злодей такой. Он надевает маски, он превращается в любых, короче, кого он хочет. И маски, соответственно, тут всех, там почти всех, кто есть какие-то. 8. И плюс вот эта вот классная расплывчатая надпись, мне очень сильно нравится. Ладно, ну может не 10, ну давайте 9. Ну это Giant Size, чего ты толстый, передумал? Он толстый. Ты поставил 10, все, твоя оценка 10. Ладно. Складываем. Так, окей, дальше. Есть в Marvel новый супергерой. Я на него ставлю большую ставку. Это, короче, парень, его зовут Рептайл. Рептилия. Он может превращаться в динозавра. То есть он может вот руку себе отрастить, как у динозавра, голову сделать. Короче, какие-то способности от динозавров. Он не полностью становится, ну, и он может полностью становиться динозавром, но тогда он теряет над собой контроль. Это молодой парень, и примерно вот он как Человек-паук, то есть у него история способностей получения. И это новый супергерой. И я ставлю ставку на то, что в ближайшие лет 10 о нем точно появится сериал или какой-то мультик хотя бы, потому что он становится достаточно популярным. И вот это, он когда-то появлялся там в «Мстителях» и все такое, но у него запустилась первая линейка комиксов с ним. Прям вот первая линейка конкретно про него. И это третий выпуск. У меня есть тут второй, будет второй. Первого у меня нету, но я первый бы думал бы CGC купить, потому что первые выпуски — это всегда четко. Не знаю, что тут там тебе должно понравиться. Ну, просто я рассказал о нем для тех, кто интересуется. Пожалуйста, Рептайл номер 3. Это зумерский молодой герой, реально, о нем еще пока еще, так сказать. Он либо сыграет, либо не сыграет. Мне нравится, как написано Рептайл, вот это вот. Мне нравится, штука. Вот я объясню, у него на каждой обложке нет, он будет... Нет, это зелененькая сверху. На каждой обложке он будет с другой способностью. Вот видишь, тут у него хвост, типа, да? То есть он может там ручки делать себе маленькие. Он делает что-то одно. Ну, то есть... самое прикольное, он вот, мне тоже нравится. Как и он парень, то есть такой, добрый. Смотри, зеленый, но он как будто как... такой блестящий. Сама история о парне из Мексики. То есть это уже история иммигрантов. Это вот любят. Это, понимаете, это тем более на СЖВ тему. 6. Ну, но мне нравится вот это. Вверх. Я понял, как написано. Лого. Логотип. И вот этот костюм. Или что это? Ну, он из команды, да, костюм. Подожди, что-то он плохо фокусируется. И прикольное лицо у него. Ну, причёска. Посмотрим второй выпуск. Интересно будет на второй выпуск причёска посмотреть. Причёска прикольная у него. Как его? Рептайл? Ну, я не знаю, как имя. Нет. Рептил. Всё есть. Я бы поставил этой обложке... Рептил или Рептайл? Рептил. Ну, кстати, на английском, наверное, рептайл, на русском рептил. Рептилоид. Руслан рептилоид. Короче, я бы 7, наверное, поставил.
Просто потому, что я не знаю, кто это, и, соответственно, у меня нет никакой эмоциональной привязки. Ну, какой-то злодей, как камень выглядит, окей, Саша камень. Дальше. О, рептил номер два. И вот эта обложка намного круче, чем третья. Мне она больше нравится. По качеству комикс, ну, нормально, тут они все 9.6, реально, 9.8, в основном 9.8. Поехали. Ну, я люблю динозавров, типа, ты это знаешь. Ну, вот тут он превратился, видишь, только в верхушку, вот в такого, который с рогами. Там у него хвост, это от другого динозавра. Ну, Настя, не четыре. Зеленый ведь цвет же, ну ты четыре. Же любишь. Ну, четыре. Ну, почему тебе не нравится? Ну, посмотри, какой динозавр. Ну, вот динозавру четыре. А ему? А ему не нравится голова его. Так это такой динозавр. Ну, все, четыре. Ну, четыре. Ну, я бы поставил 9 этой обложки, мне она нравится. И оранжевый не такой яркий. Тут уже оранжевый, не зеленый. Рептайл, посмотри, какой там зеленый такой. Он а прям... тут он больше зато. Он на больше, лист. Но он, ну, как-то так себе. Как-то странно, да? То есть они пишут тут Marvel черным, а тут, например, на белом. Как-то, как будто разные выпускают его. Ну, хорошо. Быстро. Твоя оценка 9 этой обложки? Да-да. Итак, подходим к комиксу самому Sinister War. Там была прелюдия. Это была прелюдия к Sinister War. Uh-huh. А теперь Sinister War номер один, вариант обложки A. Почему я говорю вариант обложки A? Потому что вариант обложки какой-то там у меня отправлен на CGC-шку. Это оригинальная обложка, такая, какая она должна быть. Он тоже толстый, вот так выглядит. Это отдельно уже, типа, это не Amazing Spider-Man, но это про Человека-паука. Но тут что-то, я понимаю, тут война злодеев. Типа, uh-huh. зловещая шестерка против какой-то еще зловещей там кого-то. Тут много нарисовано всех. 9. Тут Шокер, например, вот у него в голове. Это Доктор Осьминог, это Стервятник. То есть это видно две группировки. То есть они как-то... И Человек-паук замешан между ними. Это мне нравится. Какой-то динозавр опять-таки. Как-то кролик-девушка. Это мне нравится. Это вариант A. Это самое главное. То есть это обложка главная. Даже меня... можно десяточку поставить. Ну это красиво. Это Бэгли. Это Бэгли опять. Красивая обложка, комплексная. Я люблю комплексные обложки, но тут зрители какие-то, они скажут, типа, 6. Вот, вот кому реально просто не нравятся комплексные обложки из многих деталей, они ставят 6. Наоборот, комплексная, но она красивая. Вот есть комплексная. Это коллажи вот, такие. Например, где фантастическая четверка, она же тоже комплексная. Нет, она не, я имею в виду нет, комплексная, я имею в виду, когда вот, допустим, есть лицо Человека-паука, да, а в нем еще много какой-то рисунок получается. Если ты имеешь в виду комплексное, что сложное, да, она сложная, фантастическая четверка, потому что там много персонажей. Mm-hmm. А тут тоже много персонажей, но тут же это как бы коллаж из лица Человека-паука получается много. Я бы поставила много. 10 баллов. Нет, я бы тоже поставил 10 баллов этой обложки, и все, тут думать не надо. Хорошо, дальше что у нас? О, мне очень нравится, еще вот я вспомнил один художник, который я люблю. Помнишь, я тебе как-то показывал вот фантастическую четверку, как типа такой гламурный, там такие гламурно были они нарисованы, mm-hmm. этот, где зомби. Mm-hmm. Этого художника зовут Грег Лэнд. Он похож чем-то на Бэгли, похож на Бэгли. И вот это комикс, его обложка нарисована, называется «Симбиот Спайдермен Crossroads». То есть это как бы кроссовер на другой планете. Вот помнишь, как мы смотрели... Spider-Man, Spider's Shadow, где Человек-паук типа плохой. Ну, это отдельная линейка на другой какой-то планете, другая вселенная, там, где Веном поглотил Человека-паука. На этой, вот в этой вселенной тоже что-то происходит, и тут тоже черный Человек-паук и художник Лэнд. Короче, я просто, ладно, ее показываю, выглядит вот так. Мне очень нравится просто этот художник. Он тоже, он рисует так вот как-то, я не знаю, как объяснить. Мне очень похожи они. Мне нравится всего три художника. Кто это женщина? Кошка. Женщина-кошка. А черный это кто, Веном? Черный это Человек-паук в костюме Веном. И Халк. Ну и Халк. Ну Халк так нарисован такой прической, ты же любишь горшочек. Нет, это не горшочек. Ну женщина-кошка как раз какие-то симпатичные. Ну как всегда мне нравится фиолетовый фон. Посмотри, как у него рука летит. И на фоне все красиво изображены. И зеленая. Зеленая с фиолетовым. И гоблин, и черный, и девушка тоже. Посмотри, как из руки летит паутина. Человек-паук, если что, который черный, он вот так пускает. У него вылетает вот отсюда паутина, из вот этой области. Вот она и тут так летит. Отдан канон мультикам и... Тоже в фильмах такое. 8. 10? 9-10. Ну, 9. Ну, потому что я знаю обложку третьего выпуска, и мне очень она нравится. Там динозавр тоже есть. То есть тут это путешествие в какую-то параллельную вселенную, тут всегда что-то интересное. Камера. Это волюм... В камеру смотри. Это волюм какой-то, не знаю какой, короче, ладно. О, говорили о Spider Shadow и как раз-таки Spider Shadow. Человек-паук, Spider Shadow. Помнишь, да, о чем мы разговаривали? What If, четвертый выпуск.
остается последний, пятый выпуск, который будет завершать эту историю. Тут обложка тебе не понравится, ну, она есть такая, какая она есть, наверное. Ну, цвета такие достаточно... Я же говорю, обложка, цвета у нее прям всегда какие-то такие, тут прям темно, такой красный прям. Ну, я не знаю, не могу ничего о ней сказать, не могу сказать, что она... А это кто, Питер Паркер и Мэри Джейн? Это та ветка, где Веном, как бы не Веном, а Человек-паук становится убийцей, где он убил вот Хоб-гоблина. Когда на нее смотришь, сначала как бы на черное вот это обращаешь внимание и вообще не видишь, что это поцелуй. А, ну видишь, его как бы оплетают черные сети, то есть это, видишь, они к нему к лицу, типа, и он растает, и ее как бы тоже. 8. Ну да, где-то 8-7 даже, я бы 7, наверное, поставил. Но сам сюжет комикса, ребят, рекомендую прочитать. Если кто любит кровяху, это тот комикс, где она есть. Это как Invincible примерно, для тех, кто понимает, о чем. То есть, возможно, даже этот комикс когда-то выстрелит. Можно на нем попытаться спекулировать. Подожди, а почему это пришло? Стоп, стоп. Подожди! Подожди, подожди! У меня тут должно быть 15 комиксов. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8. Я смотрю, мы что-то идем, а стопка не уменьшается. 8, 9. Спасибо. 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 No! 9. Ты меня сбила. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Этот чувак приложил 3 комикса. Подарок? Да, в подарок, но только я уже их заказал, у меня они же тоже пойдут еще в подарок. Короче, помнишь, я говорил про Free Comic Book Day? Он приложил комиксы с этого Free Comic Book Day. Я их не просил, он их просто приложил. Бесплатно. Да, они бесплатные, но на eBay многие их продают по 5, по 10 долларов. Ну, давайте тогда, раз уж они у меня и есть, давайте я их и покажу. Они, короче, приедут ко мне еще раз от Third Eye Comics, да? Смотрите, просто в чем дело. Тут еще в коробке, спойлер, тут будет Free Comic Book Day с 2020 года. 2020 года. Это обычно сделано с целью заинтересовать людей и привлечь их в аудиторию комиксов. Как правило, тут в этом, вот у Marvel конкретно, они смешивают два каких-то линейки. Мы уже знаем, есть линейка Венома, да? Мы видели эти комиксы. Есть линейка Человека-паука. Этот комикс, это их смешение. Тут по две истории в одном комиксе. Тут же Мстители и Халк. То есть это тоже два отдельных комикса, есть Мстители, есть просто Халк. Халк там какой-то, типа, начинается супер бомбический, то есть какой-то начинается, там какие-то новые авторы взяли Халка, я просто рассказываю для тех, кто не в теме, и Халк, большие expectations, что он будет очень интересным. Ну ладно, я не знаю, я поэтому покажу его, обложка тут не звездная, просто рофлы. Это Free Comic. Да, Free Comic Book Day, это бесплатно, их можно прийти, взять, вот в Америке, вот, ну их продают, вот видишь, тут даже цена 0 долларов. Написано. Ничего, прикольно. Мне не нравится Капитан Америка. Она прикольная. Посмотри на лицо Капитана Америки. Это просто, ну, то есть, это такой художник какой-то, вот он так рисует. И Халк как бы так же примерно. Да. У него так, лица не очень лица получается. Не сильно похожи. Да, лица не очень просто получается. И Железный Человек какой-то как злой какой-то. Ну, то есть тут, видишь... А вот это кто? Это Тор? Тор. Смотри, как Настя знает всех героев. Но обложка все равно сочная. А зачем ее оценивать? Это подарок. Нет, это не подарок. Но я его даже не декларировал. Я даже его не декларировал. Ну, это подарок. Ты же, его ты не же не знал. Если бы таможня узнала, что там это лежит... Так ты же не знал. Изъяли бы всю серию. Ну, не изъяли же. Короче, спасибо Дайо Комиксу. Я ему отдельно привет передам. Давайте теперь покажу Человека-паука Венома. Ребят, это тоже фри. Да. 2021 год. Просто запомните, как выглядит, потому что будет еще 2020 год. Обложки похожи, типа по стилю. Я покажу. Ну, мне нравится. Это Патрик Глисон. Это тот, который это черного Человека-паука. Comic Book Day? Да. Ну, это прикольно. Это кроссовер. Тут две истории. Одна про Венома. С целью заинтересовать... Они начинают линейку новых комиксов, скажем так. И это, как правило, обычно введение. И если вы думаете, что Free Comic Book Day 0, и они стоят бесплатно, то я вам спешу огорчить выпуск, в котором, например, от 2007 года Человека-паука, вот такого Человека-паука, выпуск вот бесплатного Comic Book Day, там впервые появился Мистер Негатив, и этот комикс сейчас стоит по 10 тысяч долларов. Мистер Негатив — это злодей такой, ну, который может превращаться в демона, это азиатский злодей. В принципе, он в Шанг-Чи идеально бы подошел, кстати. Ну, прикольно. Короче, скорее всего, Мистер Негатив... Я бы даже 9 баллов поставил. Мистер Негатив, вероятнее всего, появится... Он уже есть в игре, которая выходила на Sony PlayStation 4, в новой игре. Он уже там главный злодей, по сути.
То есть Marvel достаточно щедрый. В этих выпусках могут быть кто-то анонсированный, и они могут что-то стоить. Собаки, бесплатный комикс Book Day собак стоит $50 сейчас. Вот в таком экземпляре. И это ты можешь взять его, прийти бесплатно. А на eBay его продают за $50. Потому что они понимают, что ты не можешь прийти и взять, если ты его покупаешь на eBay. Короче, запомнила, как выглядит, потому что будет CGC 2020 года, и он будет примерно, ну, стиль такой же будет, и Человек-паук, и Веном вместе. Она просто классная, Веном такой здоровый, типа, ну, 9 я бы поставил, такой сочный, мускулистый. Не рисовка, ну, как рисовка. Слушай, а что он еще за комикс приложил? Или у меня их 16 было? Ну, то есть, давай получилось 8, ладно. Amazing Spider-Man был 70-й, 71-й. 70-й был прелюдия к комиксу Sinister War, да? А это часть из Sinister War. Это какая... То есть Sinister War идет отдельно. Она идет Sinister War 1, Sinister War 2. А потом ты такой читаешь Sinister War 2, и тебе там говорят, а продолжение смотри в Amazing Spider-Man 71. Ты читаешь Spider-Man 71, а тебе говорят, а продолжение уже в Sinister War номер 3. И так могут они там... А еще в Фантастической четверке смотри там эту часть. Ну, ладно. Но это Amazing Spider-Man. Это 71 выпуск. Это Sinister War, и это... Классная обложка, это Марк Бэгли, это новый вообще злодей, вот это вот, я его все пытался со сминожьими вот этими щупальцами, вот он, это Sin Eater, и скорее всего вот это Sinister Six, да, вот что там, Sinister Война, она связана как-то с ним, то есть возможно это фейковый злодей, Хамелеон не просто так в этой истории, я думаю, хоть это и, там, это комплекс историй, он заканчивается, ребят, на 74-м выпуске, 74-й выпуск еще не вышел. Откуда ты столько всего знаешь? 74-й выпуск еще не вышел, но после 74-го выпуска будет перезагрузка. Новые авторы, новые художники, новая линия, как бы, вы поняли. Ребят, если вы досмотрели до 30-й минуты... Уже 30-я минута? Напишите, пожалуйста, стоит ли Денису столько много говорить? Да, можете написать. Об этом. Можете написать. Обо всем. Либо просто вкратце и сократить видео 2-3 раза. 4 балла. 4 балла! 10 баллов. Назло тебе, получай. Паскуда. Извиняюсь за это. Ладно, дальше. Amazing Spider-Man. Опять толстый комикс, называется Annual. Annual — это как бы годичный. Он выходит... Годичный. Он может выходить раз в полгода, наверное, да? И это какой-то volume Amazing Spider-Man. Но это второй Annual. Тут переплетается еще одна история, которая называется Infinite Destinies. Выглядит вот так обложка. То есть это, в принципе, то есть это 71-й, и это никак с ним не связано. Это вот годичный, видишь, Annual, он толстый. Он тоже толстый. Ну, и вот тут вот есть какое-то продолжение вот как раз-таки какой-то истории. То есть история идет в каком-то комиксе, допустим, Мстители, и вот тут вот одна часть вот в этой истории будет тоже. 4. Кстати, очень... Вот хотелось бы отметить вот этого художника. Обратите внимание, как он рисует Человека-паука. Я не знаю, как это объяснить. А что у него за дыра какая-то? Какая дыра? Что-то черное такое. Там? Где нос или рот? Ну вот он так рисует. Я не помню, кто как это. Соску туда вставить хочется. Ну все, я понял. 6 баллов поставлю. Женщина уже начинает максимально сбивать, она, типа, начинает вносить хаос в обзор, короче, понимаете? 8 баллов, 7, может, ладно. Сказал 6. 7. А вот у нас, кстати, вот тут комиксы... А, нет, все нормально. 69-й номер, 70-й был, а Хамелеон Конспираси. 69-й, да. О, 69. Настя, ты извращенка. Короче, Хамелеон Конспираси, часть 3. Марк Бэкли. Часть третья. Часть четвертая. То есть часть вторая это был, где пистолетом и Человек-паук так типа лежит. Часть первая это где... Я не помню, что там было. Тебе она больше понравилась. Там просто, по-моему, морда такая Человека-паука была крупная. Часть третья это она. Часть четвертая мы уже видели. Ну, семерочка. Какие-то злодеи. Вот этот злодей, он, кстати, стал очень популярный. Какая-то тыква просто. Около тыквы. Я не знаю, это на Хэллоуин на них делают. Наверное, да. Он называется Джек-О-Латерн. Джек, черточка О, черточка Латерн. Латерн — это типа фонарь. Джек — типа фонарь. Знаете, есть в Америке у них история о безголовом всаднике. Вот это он как-то с ним связан, скорее всего. Это хер узнает, кто это. Ну, какой-то просто мафиози. Похожая рисовка вот тут на Ultimate Человека-паука. Прямо, ну... Человек-паук. Но он стал, видишь, более детально рисовать. Мышцы, прям вот пресса видны, все такое.
Этой обложке я поставил 9 баллов, 8. Я все время 2 оценки, потому что потом у меня в процессе решают. Ну, 7. Я бы даже 6, наверное, 6-7. Ну, это твое право. За тобой повторяю, 6-7. А можно так 5-6-7. Значит, сейчас у нас линейка начинается комиксов немножко таких, скажем так, фантастических. Вот как был симбиот Человек-паук Crossroads, да? Перекресток Crossroads, если что. Эта серия называется Amazing Fantasy. Amazing Fantasy. То есть тут можно... Это вот примерно как What If, да? Но тут, например, можно встретить Человека-паука, там, который, я не знаю, стал ветераном великой там, войны какой-то, Второй мировой войны. Или там Капитан Америка, который там супер-зумер. Типа молодежный и модный. Или там викинга, там вот викинга Железного Человека, как бы это выглядело, как он бы в костюме выглядел. Это, короче, история, просто фантастика. Тут различные... Все, тут будет 5 комиксов. Они не толстые, но обложки мне в них всех нравятся. Они действительно выглядят футуристично. Ну, давай начнем с этой, короче. Капитан Америка такой на саблезубом тигре. Типа древний прям вообще австралопитек. Но со щитом все равно. То есть я не знаю, о чем тут и что тут. Но ты вообще... 3 балла. Начнем с того, что Amazing Fantasy, он стартанул Человека-паука. То есть Amazing Fantasy номер 15 — это первое появление Человека-паука. Это серия, которая выпускалась... Ну, скажем так, с целью... Вот фанаты, допустим, говорят, о, блин, прикольно вот этот вот Капитан Америка, да? Марвел это понимает, и начинают тогда выпускать отдельную серию про этого Капитана Америку, потому что фанатам зашло. Твоя оценка 3 балла? Да. Серьезно? Да. Посмотрим, что ты скажешь на второй выпуск, который появится уже со следующей доставкой. Мне вот прикалывает, причем тут так написано, как-то именно кринжово, знаешь, как будто вот это просто Paint и первый шрифт, который там стоял. И вот тут то же самое. Но мне это нравится. 9-10 баллов. Ну, наверное, 10. Но больше, ну, знаю, я знаю второго выпуска, мне больше нравится второго, там прям ящер такой, я спойлер, там такая змея огромная будет. 9, наверное, 9. Окей, осталось 2. О, Майлз Моралес, Человек-паук. История о Майлзе, короче. У него ведь тоже есть отдельная ветка, которая пошла, кстати, после... Это на вот этой планете происходит действие. Земля 1610. Насколько я знаю, может быть, она на другом происходит. Итак, значит, называется серия «Клон Сага». Сага о клонах. Кстати, это частая история в Человеке-пауке. Постоянно какие-то клоны. Ну ладно. В общем, у Майлза тоже, видимо, какие-то проблемы с клонами. И «Conclusion», то есть это заключение. Видимо, будет перезапуск тоже. 28-й выпуск. Майлз Моралес, Спайдермен. Ну, видно, что тут его тоже Человек-паук как бы скидывает. То есть, ну, клоны все делают. Майлз Моралес — это 10 баллов. Ну, это баллов. Сразу 10 баллов, понятно. Видеть афроамериканца в кадре плюс 10 баллов сразу. Из нуля плюс 10. Но эта обложка, она достаточно темноватая, но мне не нравится, какое лицо как-то выделяется именно. Оно как-то нарисовано кринжово. Если бы это рисовал Бэгли, это шикарное выглядело... Шикарное лицо. Ну, мне нравится этот костюм, поэтому 9-8 баллов. 9-8 баллов. 10 баллов. Опять-таки, обратите внимание, мост, да, с которого обычно зеленый гоблин сбрасывал Гвен Стейси, то есть это этот же мост, и тут типа Майлза сбрасывают, отсылки на все эти выпуски. Ну, сколько ты сказал? 10. Непредвзятый ни разу обзорщик жюри. Ну, смотри, остались два выпуска, и оба тут тебе не понравятся, хотя рисовка этого комикса, обложки красивая. Это у нас Карнаж, Black, White and Blood. Называется черное. Black. Черное, белое и кровавое. Черное, белое и кровавое. И, кстати, и к слову, обложка нарисована только в этих цветах. В черном, в белом и в красном. Вот так выглядит. Я не знаю, что это за линия. К сожалению, не могу ничего о ней рассказать. Ну, прикольно. Черное, белое, красное. Наоборот. Красное, черное, белое. Обрати внимание, как чувак нарисован. Просто он только белым нарисован. Ну, он прикольно нарисован. Это, если я не ошибаюсь... А, это Райан Стёгман. Тот, кто будет рисовать в ФКБД 2020. Ну, такая интересная. Ну, красиво выглядит, жестоко достаточно. Я не знаю, о чем этот комикс. Тут ничего не могу, к сожалению, друзья, рассказать. Ну, 8. Будем вникать в историю. Ну, 9. Ну, не знаю, я щедрый на оценки. Я не жадный, но... Если, просто, ну, они реально рисуют. Это ведь надо понимать, что обложку комикса стараются нарисовать красиво, чтобы она была продана. Поэтому почему я должен ставить там 8, 7?
она меня завлекла, я ее уже купил, значит, она будет красивая. Это как фильмы. У меня, блин, нету фильмов, у которых стоит 2 и 1 балла, потому что я такие не смотрю. А как же тот фильм про... Олдбой? 3 балла. Ты хотел один поставить. Я хотел один, ну... Последний выпуск из новых «Сорвиголова». «Сорвиголова» номер 32. И тут у нас «Сорвиголова» Электро. Не знаю, как она там выживает или все такое, но это уже очередной какой-то волюм. Вообще, мне в целом понравилась линейка этих комиксов, я прочитал это. Прикольно написано «Сорвиголова». Да, «Сорвиголова» классно всегда написано, мне тоже нравится. Вилсон Фиск есть вот на стенде. Вот Dead Eye, Bull's Eye, точнее, Bull's Eye. Это примерно вот как в DC мы смотрели, да, который попадает всеми в цель. Это вот такой злодей в Marvel аналог. Меченый. А, кстати, этот злодей был в третьем сезоне «Сорвиголовы». Вот это он, вот он. Помнишь его, который переодевался в костюм «Сорвиголовы» и типа тоже все попадал метко? А, да. Ну, вот это он. Он типа псих. Ну, а «Сорвиголова» тут на данный момент, я не хочу спойлерить, мало ли кто-то читает, но он находится в тюрьме. Сорян. А Электра как бы его заменяет. И она не убивает, а теперь она как бы стала такой же, как он, пытается понравиться Мэтью. Ну, там очень длинная, интересная история, на самом деле. Просто интересно читать, действительно интересно. Все, на этом, смотрите, все с новыми комиксами. Спасибо чуваку Dire Comics, который все это там мне доставил, поставил и т.д. и т.п. Давайте начинать сразу быстренько. Естественно, вы понимаете, я оставил самое сладкое на потом. А что у нас самое сладкое? Самое сладкое — это CGC. Не хочется, чтобы ты увидела что-то. Я сразу говорю, их тут... Ладно, кто-то следит, он мог бы понять. Да, я, кстати, нашел, как и начиная как раз не с самого красивого, на мой взгляд. Я вообще его купил случайно. Очень была забавная история, прикиньте, ребят. Я, короче, на комикс хотел поставить $50, а в итоге поставил $5000. $5000. Ну, он, слава богу, выигрался где-то там за 43. За 43 остановилось. За 43 тысячи? Долларов. А ты поставил 5? Я поставил 5 тысяч случайно. Какая-то картонка. Я объясню, почему этот выпуск, он стоит даже чуть дешевле, потому что эта серия, допустим, это не Amazing Spider-Man, да, это... У Spider-Man есть разные, вот Ultimate есть, да, Spider-Man, есть Spectacular Spider-Man, есть Web of Spider-Man, и вот это как раз-таки Web of Spider-Man. Начну с того, что есть история о Карнаже, его первого появления, и потом... Настя, пожалуйста, не засыпай, я иначе не могу говорить. Посмотри, пожалуйста, я сейчас быстро закончу. У... Карнажа есть какая-то история, которая началась в Amazing Spider-Man, и она называется Maximum Carnage, то есть максимальная резня на русский переводится. Она занимает 14 частей. И периодически какие-то части, как я и рассказывал, они переходят в другие комиксы. Соответственно, если ты хочешь почитать эту историю, ты просто обязан купить комикс другой линейки. То есть, допустим, вот как в данном случае Web of Spider-Man. Кстати, вот я сейчас смотрю, и, к сожалению, на этом комиксе есть водяные следы. Ну, от воздуха. Как и на том у меня, помнишь, который первый стал? С Вилсоном Фиском? Не, не с Вилсоном Фиском. На зеленом фоне. Нет, который тоже CGC, который 9.4, я типа выгодно купил, и там есть вот тоже вот. Это, короче, от плохого просто пресса или от того, что воздух уже начинает попадать потихоньку в капсулу. Ладно, короче, это 6-я часть из 14-й серии Maximum Carnage. Вот так выглядит. А у тебя же комикс такой был, нет? Нет. Спектакулер, точнее, Web of Spider-Man, видишь? Это а не... где воздух? Ну вот, посмотри. Вот тут, может, под углом будет видно. Ты посмотри без камеры, чтобы было видно тебе, вот. Ну, знаете, это ни на что не влияет, кроме как внешнего вида. Вот, не видно? Mm-mm. А ты посмотри сама, попробуй. Ты видишь? Ну так, такие следы вижу. Они конкретные прям. Но обрати внимание, насколько старая рисовка, то есть как старо нарисован Веном еще прям. Ты сравни Венома из вот этого фрикомика. 9.8. Да, это 9.8, это вот. А ты можешь сломать эту штуку и заново, например, отправить? Могу. Надо заплатить только будет 55 долларов, а сейчас уже еще и больше. Ну так, а зачем 9? Это максимальная оценка. Ну, а следы? Ну, они как бы ни на что не влияют. Если, допустим, этого комикса у кого-то 2 в мире, и у тебя со следами, ну,
типа, людям все равно. Это просто, понимаешь, это внешний вид, вот там показывать, вот я тебе вот так покажу, да? Но на камере... Но на камере ты можешь сфоткать так, что это не будет видно. Просто в данном случае продавец мудак, потому что он это не написал. Некоторые это пишут. Хорошие продавцы это пишут, но ты сама понимаешь, это сразу влияет на цену. Если ты об этом узнаешь, ты будешь ставить меньше. Я не огорчен, ничего. Этот комикс вообще реально случайно был выигран мной. Серьезно, я его не хотел выигрывать. Я просто хотел комикс про Карнажа, и что-то я смотрел, ого, типа, недорого стоит, как бы. Ну вот видите, недорого, оно в итоге и окупается. Ну, я думаю, ты тут не будешь оценивать обложку, потому что ты тут поставишь вообще один балл какой-нибудь. Поставлю его тут аккуратно. И начинаю открывать моих любимцев. Так. Ты уже знаешь, да? Что там, да, я знаю, что там два за комикса. Один, два за комикс. Причем один тебе обложка точно, я уверен, не понравится. Я просто скажу сразу, ну это Веном будет. Он сзади какой прикольный. Да, обычный. Ну, кстати, он тут лежит еще в дополнительном футляре, даже не хочется как-то доставать. Анна, это что у нас? Что это? Что это? Что это? Это Веном, номер 26. Этот выпуск связан с первым появлением злодея, вируса, его зовут, неважно. Суть в том, что перед этим комиксом, я долго это рассказывал, был как раз вот этот Free Comic Book Day книжка. Помнишь ее, да? ФКБД. Ага. Только вот после вот... Короче, после вот комикса ФКБД 2020 про Веном идет вот этот комикс. То есть вот он как раз-таки... Это 26-й выпуск, и он продолжает. Грубо говоря, был 25-й выпуск. Потом произошел Free Comic Book Day. Там какая-то история Венома. И вот она продолжается. Суть в чем? Вот это появление злодея должно было быть вторым. Логично, да? Сначала Free Comic Book Day, там злодей появляется впервые, и потом этот комикс, и тут он появляется во второй раз, второе появление. Но в связи с задержкой коронавируса злодей появился тут впервые, именно здесь, так как этот комикс фактически вышел раньше, чем Free Comic Book Day. В связи с задержками, накладками или наоборот раньше. Обложка не должна тут тебе нравиться, это как бы понятно. Ну, есть классные обложки, кстати, вариативные этого комикса. Это обложка основная, это обложка основная. Например, есть обложка от Bagley, которая классно выглядит и стоит $100. Но, ладно, давай я показываю, просто сразу не буду тянуть, а то я много рассказываю. Нет, ничего, прикольная обложка. Что в ней прикольно? Это вообще непонятно кто и что. Ну, прикольное сочетание цветов. Ну, ладно, хорошо. Знаешь, Venom Beyond Starts Here. И Venom такой. Это не Venom. Подчеркнули. Это вообще не Venom. Это, вот, Venom этот, это вот этот злодей-вирус, видишь? Он типа убийца Венома, у него оранжевый такой. Кстати, этот злодей, по-моему, если не ошибаюсь, это Скорпион. То есть он надел костюм Железного Человека или что-то такое, или там Гоблина Зеленого, и стал вот летать на глайдере, и его прозвали Вирус. Вирус. Да. Ну, сзади тут какой-то типа смешной комикс, гэг. Рофл. Рофл? Рофл, да. Упаковочка. Упаковочка. О, слава богу, я открыл спиной. Антиспойлер. Блин, ну тут, короче, надо либо открывать, потому что тут... Ну, открывай. Давай я покажу сначала так, короче, вот так выглядит. Это Free Comic Pay 2020, и он с автографами, с двумя автографами. И тут тоже есть Веном, но он закрыт. Ну, давайте откроем. А, тут не надо открывать, можно просто достать. Очень сочно, прям, бля, выглядит в жизни. Ну, тогда, наверное, больше всего мне нравится. Ну, ты чувствуешь, да, похожесть? Все равно 2021, но тут просто еще женщина-кошка добавлена, потому что она есть в истории. Uh-huh. Обратите внимание, два автографа. Вот первый. Донни Кейтс, Райан Стёкман. Прикольно. Сценарист и художник, если не ошибаюсь. Сторис, Донни Кейтс, да. Донни Кейтс история, Райан Стёкман художник. 9,8. А, и сзади, классная тоже, обложка нон-стоп Спайдермена. Ты его помнишь, я думаю, первого выпуска. Реклама, реклама, да, первого выпуска. А почему она на желтом фоне? Потому что это с автографом. Синий это просто классика, как бы классический набор. Вот. Если что, ребят, чтобы получить вот именно такой вот желтый лейбл,
нельзя просто взять и отправить уже комикс, на котором что-то нарисовано, чтобы там подтвердили, да, подпись. Так, ну смотри, если брать прям вообще по порядку, то идет сначала этот комикс, потом этот комикс, а потом этот комикс. Угу. Конкретно если Венома. Если Человека-паука, там, ну, Человек-паук продолжает свою историю. И вот, видишь, тут было написано первое появление злодея вируса. Но в итоге оно стало вторым. Понятно. То есть, а он появился тут, на самом деле. А должен был появиться здесь. Угу. Но из-за задержек в связи с ковидом, и вот эти как бы два комикса, они связаны, по сути, друг с другом, поэтому я их взял. Я не знаю, мне вообще почему-то, я не читал ни одного комикса Венома, но мне почему-то так нравится их брать, вот именно, потому что они доступны по цене. Я скажу так, они доступны по цене, чем Человеки-пауки. Этот комикс, потому что, например, дороже. Вот это самый дорогой мне комикс, $85 из них. Mm-hmm. Вот этот комикс тоже дорого мне обошелся, $80. Но вообще, он, типа, я дождался. А почему ты его так хотел? Потому что Free Comic Book Day. Я не знаю, почему мне очень хочется их собирать. Потому что, я же говорю, я очень хочу Free Comic Book Day, где Мистер Негатив появился от 7-го года, но он стоит просто конических денег. Этот, он значит, стоил, он примерно стоил под сотку тоже, да? То есть я его купил за 80, это, в принципе, дешево. И плюс тут два автографа, а они по сотке стоили с одним автографом. Ну вот и все, в принципе. Ну тут еще классный тег, даже прикольная реклама, с учетом того, что у меня есть этот комикс. Видишь, как они связаны? Как-то так. Ребята, я очень устал говорить. Очень устал говорить. А еще больше я сейчас устану все эти коробки собирать, чтобы их потом выносить. Ух, еще надо комиксы вносить в базу данных. А еще их когда-то, прикиньте, еще когда-то их надо читать. Когда-то их еще нужно Насте читать. Когда вот это успевать? Это хороший вопрос. Поэтому спасибо за просмотр, кто досмотрел. Отвечайте там на вопрос в середине был. Спасибо. На 30-й минуте. 18-й секунде. И спасибо за просмотр. Всем пока.